В декабре прошлого года на территории школы ремонтировали отопление. Тогда раскопали дорогу, которая ведет в учебное заведение. Как утверждают работники школы, отремонтировали ее плохо, засыпали мерзлой землей. По словам инженера по эксплуатации здания Ивана Звеглянича, из-за некачественно сделанной дороги с участка не могут вывести мусор. Сегодня экосервис звонил, сказали, если не устраним здесь не засыпят, не восстановят дорогу, мусорка не будет заезжать, потому что боится. Техника тяжелая и может провалиться. Вот такие проблемы у нас. Как нам объяснил руководитель компании по вывозу твердых бытовых отходов Жанна Теличко, из-за мягкого грунта мусоровоз может провалиться. Однако мусор с территории школы все равно вывозится. Мусоровоз едет в объезд со стороны детского сада номер 15, а затем по территории школы подъезжает к контейнерной площадке. Вот сейчас мне говорит специалист, мой заместитель, для того, что звонил завхоз школы Иван Михайлович, сообщил, что у нас КБУ ведет временные работы, все перерыто. КБУ должны восстановить покрытие, да, до исходного состояния. Но это есть такой закон. Закон есть правила благоустройства города Бердска. Соответственно, КБУ должны как минимум там отсыпать щебенкой. Я уж не говорю асфальтировать, да, там, я думаю, скорее всего, асфальт был до этого. Директор МУП КБУ Анатолий Пронюшкин отметил, что уже с понедельника на территории школы будут производиться ремонтные работы. Мы этот вопрос решим прямо быстро. Для начала, конечно, там надо посмотреть. Сейчас мы посмотрим, что там нужно сделать, и... вопрос будем снимать, да? Еще одна проблема, которая беспокоит специалистов школы – вот эта мусорная площадка с контейнерами, куда приносят отходы жильцы многоквартирных домов. Площадка ограждена, но из-за сильных порывов ветра мусор разносится по всей территории школы. Мусорка существует уже второй год, и весь мусор, когда сильный ветер, летит на территорию школы. Поэтому приходится убирать дворнику дополнительный объем работы, приходится учеников выводить, вы видите сами. Чему должны ученики убирать за город? Это территория городская. Следить за чистотой и содержать контейнерную площадку в надлежащем виде обязана управляющая компания. В управляющей компании «Прогресс» заверили, что уборка производится своевременно. В общем-то, контролируется мастерами, мусор вывозится вовремя. Таких замечаний нет со стороны жителей. Напомним, что все контейнерные площадки занесены на интерактивную карту Бердска. Здесь пользователи могут найти всю информацию о любой санкционированной площадке.